Шалом, друзья! Привет из Одессы! Сегодня 4 октября 2017 года. И сегодня преддверие, как бы предвкушение уже эров Суккот. Праздник шалашей, праздник кущ. Заходил сегодня в синагогу, сделал уже заказ. И правда, этрог с улавом не приобрел пока еще, но дороговато, в общем-то. Так, в пределах $100 стоит, значит, как бы, ну... Но маймут еще маймут. Имеем то, что имеем. И, значит, приобрету, безусловно, значит, там, лимон, может, такой красивый найду. Сейчас я даже посмотрю. Вот прогуливаюсь здесь стейкхаус, где мы с Ребе вместе кушали мясо, с раввином Валентином. Здесь местная одесская еврейская мессианская община. Это было, ну, несколько лет тому назад уже. Прошло достаточно время. Вот, здесь много что изменилось уже после того приезда. Ну, я был в Одессе и после того. Но здесь вот, в стейкхаусе, скажу, что очень вкусно. Тогда, по крайней мере, сейчас не знаю как, но тогда говядина была правильная. Такая мягкая, такая прожаренная, хорошая такая. И сегодня солнце, хотя обещали по прогнозам пасмурно, марно там ночь, но слава богу, что солнышко. Сейчас опять иду к синагоге и заказ как раз забираю уже. В общем-то, заказал там, ну, фалафель и замороженный, и такой горячий возьму домой. Так что Суккот отмечу с фалафелем и с еврейской кухней одесской. Так что посмотрю, как здесь готовят. Во Львове очень хорошо готовят. Вот в прошлый раз, когда во Львове был, очень так высоко оценил, на самом деле. Фалафель с хумусом, не хумус, ну, они сами изготовляются и просто прекрасно. И вот эти дни здесь в Одессе молюсь за Одессу, о духовном пробуждении. И здесь был как раз вот в гостях на богослужениях христианских церквей. Делился словом. Запись уже есть уже в сети, поэтому можете посмотреть, кто не смотрел еще. Вот, и вот так. Потом, после уже Одессы, в завершении поездки в Одессу, я еду к себе уже в Киев. И уже в Киеве тоже сделаем как раз семинар, там проведу семинар, сделаем записи. Вот, и все тоже будет в сети. Так что следите за обновлением. Вот, так что с Дерибасовской, с Одессы, вам всем большой привет. Шалом.